Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы обсудим главный матч в 23-м туре чемпионата Англии, Ливерпуль-Манчестер Юнайтед. Ну а также затронем все матчи, которые были в этом туре. Не забудьте также подписаться, кто еще не подписан, это очень важно для развития канала. Ну что ж, начнем. Ливерпуль-Манчестер. Стоит отметить, что у Манчестера не было главного голеадора, главного атакующего игрока Юнайтед, это Рэшфорда, который получил травму, он не успел еще восстановиться, и это, наверное, главная потеря в обеих командах. То есть если сравнивать, у Ливерпуля более-менее все нормально, а вот у Манчестера, конечно, вот такая потеря. Но все же матч начался, первые 10 минут в принципе были равные, где-то может Ливерпуль был сильнее, но это не ощущалось по игре. И вот наступает 14-я минута, угловой подает Ливерпуль, мячу подходит Александр Арнольд, навес и гол Ван Дайка. Очень просто, потому что его никто не держал, за ним должен был смотреть Магуайр, но я не знаю, он не успел просто за ним, и просто Ван Дайку ничего не оставалось делать, как забить мяч головой. Хороший гол получился. Ну и вот Ван Дайк доказывает, почему его считать не только лучшим защитником, как оборонительного плана, а как защитником, который может еще и забивать голы. Ну а защитники Манчестера просто не успели разобраться, кто с кем стоит, наверное. И поэтому с Ван Дайком, в принципе, рядом стояли три человека, три защитника Манчестера, но никто так и не сопротивлялся против него, так что поэтому 1-0 заслуженно, первые 15 минут за Ливерпулем. Дальше еще был момент у Мане, но там Люк Шоу хорошо помешал ему забивать, я думаю, там был бы гол, если бы не Люк Шоу. И вот случился первый отмененный гол Ливерпуля в этом матче после ошибки Де Хеа. Ну как ошибки, он не ошибся, он просто брал мяч в руки после навеса, но Ван Дейк на нем все-таки нарушал правила, там на повторе было видно. Там Фермино забивал, он просто подобрал мяч и забил в дальний угол, но вар в деле все-таки, и там Ван Дейк свалил, это 100%. И вот во второй половине первого тайма был отменен второй гол Ливерпуля после гениальнейшего паса от Фермино, и забил гол Вейналду, но, к сожалению, там был все-таки небольшой, но офсайд, и поэтому гол был отменен по праву. Но все же по игре чувствовалось, что Ливерпуль должен выигрывать как минимум 3 мяча в первом тайме. И вот на 41-й минуте, наверное, лучший момент Манчестера в этом матче, это прострел с правого фланга, Робертсон там чуть-чуть ошибся, и прошел прострел, и Феррейра просто не успел замкнуть пустые ворота, там 100% момент. Вот Манчестеру не повезло, конечно же, чуть не успел, но это был лучший момент как минимум в этом матче. Ну и как итог первого тайма, Манчестер Юнайтед полностью растерян. Ливерпуль мог спокойно выигрывать 3 мяча и просто на второй тайм выйти и доиграть матч. Ну и второй тайм начинается, продолжение просто погрома Манчестера, не по счету, по игре. Это 47-я минута, молниеносная атака Ливерпуля, Салах как следует просто не попадает по мячу и пробил чуть мимо штанги метров с 11. И сразу же через 2 минуты опять момент Ливерпуля, удар Хендерсона с такой дистанцией метров 20-25 и штанга. И Манчестер вообще растерян, не знает, что делать. И все же они находят на 60-й минуте такой, знаете, момент, второй свой момент в этом матче. Это Марсиаль отлично отыграл в стеночку с Парейрой, по-моему, и пробил. Хороший был шанс, пробил, но чуть-чуть мимо правой верхней штанги. Конечно, досадно, потому что Манчестера только два момента в этом матче, по сути. Ну и потом чуть уравнял игру, последние 20 минут так уже, знаете, не было таких атак уже, как в первом-втором тайме в начале. Но все же случился просто в конце супер момент у Ливерпуля, контратака, Салах убегает, его не успел просто защитник Манчестера догнать, и гол. Гол на скорости, все как Салах умеет, то есть бежать и реализовывать моменты, не всегда получается, но молодец в этом эпизоде, очень-очень хорошо он действовал. Ну и хочу отметить, наверное, небольшой спад Де Хеа, что ли, потому что в этом сезоне, наверное, в прошлом он не показывает той игры, которую он показывал раньше, то есть это года два назад, когда он делал такие вещи, что, ну, все в шоке были. А сейчас что-то случилось, не знаю.
Ну и как итог, Ливерпуль непобедимый, очередная победа, как бы пока все теряют очки, в этом туре просто все, кто мог, потеряли очки, кроме Ливерпуля. Это признак класса и чемпионства. Это реально чемпионский сезон, здесь, я думаю, ни у кого сомнений нет. Ну и краткий такой обзор, пройдемся по каждому матчу в 23-м туре. Это Уотфорд-Тоттенхэм 0-0, просто серый матч, там был момент, конечно, с отмененным голом, у Тоттенхэма забрали победу, но ВАР все-таки в деле, так что все справедливо. Арсенал-Шеффилд 1-1, ничего удивительного, Шеффилд сейчас в таблице выше Арсенала, так почему же они должны обыгрывать? То есть, почему Арсенал должен обыгрывать Шеффилд? К этому никаких посылок нет, так что совершенно нормальный результат. Возможно, фанаты Арсенала, конечно, после прихода на тренерский мостик Артеты ожидали чего-то другого, но пока имеют, что имеют фанаты Арсенала. Брайтон остановил 1-1, Вест Хэм Эвертон тоже 1-1, Манчестер Юнайтед печальным образом потеряли очки в Кристал Пэлас, где Фернандиньо автогол в конце матча случился от Фернандиньо, печальнейший автогол, но это футбол, как говорится. Норвич обыграл Борнмут 1-0. Волки, да, они молодцы в этом туре, вот Ливерпуль и Вулверхэмптон, они выиграли свои матчи, и Уилхэмптон — это команда, которая сейчас уже показывает, на что она способна. Там есть хороший рисунок игры. Лэмпард и его Челси продолжают нестабильно сливать матчи. Ньюкасл 1-0, нечего здесь говорить. Лестер, вот для меня Лестер — это разочарование пока что, потому что так отлично начать и не воспользоваться ошибкой Манчестера, проиграть Бернли, ну это надо уметь. Значит, еще не доросли до того уровня хороших команд. Они просто пока средняя команда, но выше они уже прыгнули. Ну посмотрим, что будет дальше. Ну и турнирная таблица. 16 очков отрыва от второго места, то есть от Манчестер Сити, у Ливерпуля. Не знаю, что тут сказать, и тем более на одну игру у них меньше, так что здесь потенциальных уже не 16, а 19 очков. Что еще следует отметить, это то, что как бы Челси и Манчестер должны задуматься, что Уилхэмптон, Шеффилд Юнайтед начинают их поджимать, и четвертое место, пятое уже в принципе не так и уж видны для них. Им нужно найти эту стабильность, стабильную игру, чтобы не сливать таким соперникам, как Бернли. Да, это в АПЛ все возможно. Здесь условный Норвич, Борнмут может отобрать очки у любого соперника. Но все же нужно играть более стабильно и показывать результат. Вот что именно, результат. Да, игра тоже должна быть, но результат сейчас для этих команд должен быть на первом месте. Таких команд, как Манчестер, Челси, Арсенал. То есть, они должны набирать, чуть-чуть набирать. Ну и следующий 24-й тур довольно-таки интересный должен получиться, потому что все-таки есть такие, знаете, очень-очень интригующие матчи. Это, допустим, Шеффилд-Манчестер-Сити даже. Это будет вот даже проверка для Шеффилда, как они могут защитить вот то место, на котором они сейчас находятся. Также очень такая хорошая игра ожидает это Челси-Арсенал. Здесь две команды нестабильные в результатах, да, и вот сейчас есть шанс доказать, что, кто достоин быть выше. Также Лестер-Вестхэм, тоже такая интересная игра. Тоттенхэм, надеюсь, нужно набирать очки. Манчестер Юнайтед также должен после этого поражения отойти от Ливерпуля и обыграть, я думаю, Бернли. Вот Вулверхэмптон-Ливерпуль, вот это, мне кажется, главный матч, потому что это, такие стабильные в игре и в принципе в результате, Ливерпуль 100% в результате стабилен, а вот Вулверхэмптон не сильно, но это команда, которая может обыгрывать топ-клубы, и посмотрим, как случится на этот раз. На этом все, если вам понравился обзор, поставьте лайки и подпишитесь на канал, это очень важно для развития этого канала, потому что чем нас больше, тем будет лучше, и контент будет постепенно улучшаться. Так что спасибо за просмотр и до новых встреч!